Привет, бро! С тобой Воблер, и ставь лайк за 3 секунды, если ты не боишься темноты. Считаю. Раз, два, три. Красавчик, если поставил, но если боишься темноты, то что могу сказать? Не бойся, это всего лишь темнота. Никто оттуда не вылезет, потому что все у нас в голове. Это всего лишь наша фантазия и фильмы, и игры, которые мы играем страшненькие. На самом деле в темноте ничего нету, там те же предметы, просто в темноте. Итак, у нас сегодня будет довольно интересная карта, свежая, интересная. Это замок, называется карта «Земля потерянных», глава первая. Карта бомбезная, огромная, ты посмотри, сколько здесь точек. Но карта весит очень много, и разработчик написал, что реально она будет подлагивать, если у вас не мощный ПК. Но если у вас мощный ПК, все равно она будет подлагивать, так как у меня ПК топовый, с кучей оперативы, и стоит на борту 2080 Ti, и все равно она подлагивает. Я убрал вот со 100 ботов до 80, и все равно просадки есть, потому мы просто играем, рассматриваем крутую карту, и не обращаем на то, что иногда здесь будут просадки FPS. Здесь очень много точек, которые мы можем захватить. Я сейчас играю в режиме Point Match, и нам надо по чуть-чуть захватывать точки. Можно, конечно, играть и в других режимах, где будет, допустим, определенное количество юнитов, да? Но я думаю, что в таком режиме мы карту сможем хорошо рассмотреть. Ну что же, все, в принципе, рассказал. Теперь давай мы будем здесь как-то играть и все это рассматривать. Ну, карта реально бомбезна. Блин, я уже просто поиграл, хотел посмотреть, на что вообще мой ПК здесь способен. Но я понял, что будет подлагивать. Что еще хочу сказать, ребята, сейчас в Steam Workshop идет скидка на эту игру на Ravenfield. Она стоит на 33% дешевле. Так она 349 рублей, а так 200 с копейками. Потому если кто-то хочет еще купить Ravenfield, то поспешите, потому что это будет до 9 июля. Это не реклама, просто это мой совет как ютубера, потому что знаю, что многие ребята играют на пиратки, а вроде бы как на пиратки там и мучает вас... вот это НЛО, которое летает и убивает. Я не знаю, на официале оно есть или нету, но у меня никакого НЛО нету. И тем более, что когда игра покупается, то у вас будет всегда доступ к новым модам, к новым картам. Короче, это, ну, бомбезно. То есть вышла карта, вы увидели, как я снял ролики, и сразу начали воевать. Ладно, все рассказал, все объяснил, и поехали. Сейчас будем прорываться. Тут какой-то скелет динозавра или дракона. А дракон даже, смотри, с рогами лежит. Тут интересная комната есть. Я уже сюда как-то забегал. Сейчас вместе с вами забегу. Смотри, комната такая. Бежишь, бежишь, туман. Думаю, что это за туман? Я забегаю сюда, и у меня отнимается ХП. Вы представляете? Туман, который отнимает ХП. Здесь прям какой-то подвал пыток. Видите, какой-то скелет. Ой, у меня ХП уходит, давай я на стол прыгну и будем рассматривать. Вот здесь вот скелет, смотрите. Видите, в каких-то кандалах, клетки, вот всякие пыточные камеры. Это просто жесть. У меня ХП уходит, так, уходим с этого подвала. Ну, вроде бы такой вот подвальчик, где нету никакой локации, но в то же время довольно интересный. Таких подвалов здесь немало. Так, давай самому себе и закинем мы. Также тут дымовые гранаты есть, понятно, что они, ребятки, тоже отнимают FPS. Вот если бы как-то их убрать, да, то тогда FPS не так проседал. Вот где граната, он и проседает. Так, нам надо на карте указать, что нам стоит захватывать нашей команде. Сначала давай мы захватим вот эту точку, а потом как-то бы вот захватить. Вот, смотри, мы указали. Сейчас пойдем налево и направо. Я не знаю, куда мы в ролике, блин, дойдем вообще здесь в замке. Хотелось бы замок более подробно посмотреть. Ну, что могу сказать? Ребятки, о, это было больно. Вставай, вставай, вижу красного. Убей красного. У нас также есть новый автомат, который я скачал, да, в виде мода. Называется он как? Вектор. То есть куча автоматов с вектором. Есть с прицелом, есть без прицела. Разные... прицелы коллиматические, такие обычные и кучу всего интересного. Так, что у нас тут? Давай точку захватим. Есть лестница. Вот это, по-моему, красная точка. Во-во-во, красные бегут. Так, откуда ты появился? Вот, у них точка респауна. Черт, у меня зарядка. Да что тут не так с этим вектором? У него мало патронов. Я бегал только что с вектором, у которой с другим прицелом. Но у него реально патриков как-то маловато. У него 26. Ну что же это такое? Слушай, 26 патронов. Но зато у него хорошая скорострельность. Видите, какой-то синенький туман или это вода? Это вода. Я бегу и мою себе
все, что ниже пояса. Ну, просто решил помыть и освежиться. Итак, сейчас мы пробегаем. Что у нас тут наши? Надо, мне кажется, хотя бы одну точку захватить. Тут мы держим. Давай поможем как раз взять левую сторону. Возможно, нам придется не этот вектор, а какое-то другое взять оружие, где больше патронов. Потому что, ну, как-то патронов у нас там маловато. Так, открываю я. Оп, забежал. Так, смотри, красный. Красный бежит. Вау, с какой стороны он сзади? Он тоже упал, забаговал. Так, бежим, бежим. Откуда меня? Блин, взял, завалил. Хорошо, я не буду этот автомат брать, ведь он неплохой вектор. Я вам просто показал, что они есть. Но у него очень мало патронов, ребята. Давай, наверное, возьмем какой-то пулемет. Есть что-то у нас с пулеметом, чтобы ты такой позабегаешь, такой, ты кто такой вообще, Вася? И давай, на-на-на-на-на. Я не знаю, это пулемет? Нет, это не пулемет. Это у нас снайперки. Вот это, наверное, пулемет все-таки. Что-то магазин большой. Пока что мы ничего не захватили. Я не знаю, как мы будем продвигаться. Обычно на открытых картах ты можешь, допустим, появиться. Да ё-моё! Ты можешь появиться, карта обойти эту точку. Тут же ты ничего не обойдешь. Смотри, прям кислотная граната. Вы чё? Красный, вы что творите? Ого! Боже мой, это у меня дробовик. Ничего себе, как дает жару. Лучше бы, конечно, какой-то пулемет был, да? Где больше патронов. А что у меня с патронами? Прячемся. Смотри, так они наступают. А как они наступают? При 100 ботах. Ого, у него дробь прям видно, как летит. Слушай. Он очень крутой. Он с выстрела может погасить любого юнита. Давай все-таки я, наверное, буду продвигаться. Убил. Какой точный дробовик еще и с прицелом. На! Дробь как кучно идет, смотри. Летит кучно дробь. Вообще по красоте. Так, как мне так забежать? У них тут точка респауна. Так. Это что за вода? Это туннель какой-то? Я могу по туннелю пройти? Слушай, я не видел этого туннеля. Что за карта? Смотри, красные бегают. Я могу их сзади зайти. Слушай, реально я в туннеле. Блин, надо... Я могу сейчас сзади обойти, захватить точку тихонько. Карта обширная. Меня только что чуть не заметили. О, смотри, увидели! На-на-на-на! Смотри, что творю. Лежит, на! А чувака аж откидывает красного! О-хо-хо-хо! Меня попали, меня ранили! Одно хп! Сейчас кто-то гранату, надо сюда кинуть самому себе аптечку. Слушай, мне надо, кажется, было взять команду и зайти через этот туннель. Черт, что у меня с патронами? Не заряжен. Вот идет! Откуда ты знаешь этот ход? Чувак! Я тебе его подсказал. Блин, чуть своего не завалил. Ой-ой-ой, сверху стреляют. Еще подошел наш. Так, вот сверху. На, получай, блин. Снес. Боже мой, нашего пострелили в почку. Дружище, живи. Надо, я сейчас их Steam распродажей буду валить. Надо еще сюда чувака, они же бегут, они обычно тут умирают. Так, где у нас Steam распродажа 99%? На! Разбрасываемся деньгами, получай! Деньги для всех! Воблер не жадный! Получайте, слушай. Реально точка крутая, слушай. А мы, о, наши захватили, смотри. И теперь надо вот эту боковую атаковать, потому что тут они юниты выбегают постоянно. Давай вы будете вот так вот атаковать. Мне бы как-то сзади тут обойти. Если бы тихонько побежать, то у меня бы все получилось. Карта бомбезная, слушай. Давай мы, наверное, вот здесь все-таки появимся. Но там тоже опасно. Есть один момент, куда можно побежать, смотри. Красная команда. Да блин, я упал сразу, за камешек спрятаться. Хорошо. Давай, 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 давай. О-хо-хо-хо! Боже мой, просто не подходите ко мне! Боже, я понимаю, почему здесь сделали 15 патронов. Если бы было больше, то это, ну, вообще читерство было. Представляете, 30 патронов такой дробовик. Ты просто идешь, всех раскидываешь. Вставай! Вставай! Так, идем по чуть-чуть, продвигаемся. Я даже без прицела, вот смотри, от бедра как бью.
Чё, все разлетаются? А по ком вы били? А, вот сдали. Я вижу. Откуда он там взялся? Слушай. Там же вроде бы наша точка была. Да блин, они лезут и лезут все снизу. Блин, своего нет, не убил. На правую сторону, если побежать. Бежим. Ох, да нет, ты что? Очень опасно. Я пытался эту комнату захватить, а к ней подходил, но, блин, непросто. Чтобы ее захватить, а как нам надо? А они уже сбоку снова захватили точку. Я не... Так, что тут у нас? Давай вот так как-то будем. Можно снова пойти через левую сторону, вот здесь попытаться пробежать и захватить замок какой-то. Но мне нужна команда. Я сам не прорвусь, это понятно. Сейчас набираем. Набираем наших бойцов. Так, 5 человек. Пацаны, вы все за мной. 7. Команда воблера. Побежим! Бежим, 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 бежим. Так, спрыгиваем, открываем парашют. Тихонечко, красный. На. Завалил. Вижу, красный сидел. Ох! Откуда красный взялись? А чё вы на меня-то пришли? Да что за бред? Как вы? Зачем вы сюда спускаетесь? Тут же ваша точка. Слушай, ну вообще непонятно, что происходит. Зачем они сюда спустились? Боты, вы чё? Они реально меня преследуют, смотри. Ё-моё, снова вот это какое-то непонятное оружие. Это какая-то граната, наверное. Это я его недавно установил, потому что раньше ничего так не кидало. Вот эти моды, блин, вечно устанавливаешь, потом какой-то из них, блин, отворит чудеса. Это какой-то ствол, наверное. Да елки ты палки, да что ж вы нас-то всех, смотри, мы никак не можем атаковать. Мы вообще с базы можем уйти? Да что происходит, смотри. И никак же ж не обойти эту точку. Вот здесь реально не хватает какого-то прохода на этой карте, ты понял? Это, наверное, с какой-то игры чисто, наверное. Или как карта? Блин, вы задолбали. У них 8000, но мы не смотрим ни на что. Нам главное спуститься вниз. Воу-воу-воу, упал! Вставай, вставай, вставай! Так, бежим, бежим. А тут некуда спрятаться. Тут просто некуда спрятаться. Так, наш бежит. Пацаны, а вы со мной? Сверху бейте. Они по лестнице лезут. А зачем они вниз лезут? Я вообще не могу понять. Так, прикрываем. Идем сюда. Вот эту точку надо взять. Так, тут наши. Чья точка? Непонятно, чья точка это. Не вижу никого. Так, точка, точка. Точка красной команды. Убил. Давайте, ребятки, держим, держим. Дымовуха пошла, значит, сейчас кто-то выбежит. Они вот там вот респаунятся. Бьем, бьем, прикрываем. Пока точка захватится. Вот-вот-вот-вот бежит. Ха-ха, упал. Также вам огромное спасибо, что вы в прошлом ролике написали, как назвать ботов. Я обязательно, ребятки, назову. Кстати, там есть довольно прикольные имена для ботов. Так, точка наша, мы ее держим. Давай мы вот так вот будем брать. Так, где тут вообще этот туннель? Так, давай за мной. Где-то туннель, я как-то его чисто случайно нашел. Где вообще в него спуск? Тут еще надо карту изучить хорошо, чтобы на ней хорошо воевать. Ну, давай. Так, прошли. Ага, вот еще точка какая-то, вижу. Мы можем сверху идти атаковать. Смотри, какая-то... Ничего себе, что за комната? Ох ты, гад! Смотри, с правой стороны, убейте его! Ну, как это он двоих уработал? Смотри, как он четко двигается. Одного, второго снял. Ну ладно, я баран бежал, но непонятно, с какой стороны же меня ранят. Правильно, тут сколько дверей было. Эти, блин, позанимали. Так, 7 человек взял, смотри, все синее. Синее море. Знаете, черное море, Азовское море, а то синее море. Так, бежим, бежим. Ну, довольно интересный проход, слушай, я даже про него не знал. А это, подожди, это дальше что-то. А, вот дальше. Я понял, есть сверху проход, есть снизу. Давай сверху пойдем. Слушай, сколько здесь проходов. Круто, хочешь по воде иди, хочешь тут. Так, забежал. Это что такое? Что здесь происходит? Так, какой-то туннель, какой-то спуск, ты посмотри. Бочки с ромом или с пивом.
Или с какой-то жидкостью. Может, вода? Может, это топливо? Дизельное, да? Дистопливо? На. Вырубили. Проходим, пацаны. Тихонечко. Я вас прикрываю. Смотри. Какой-то коридорчик. Костер горит. Это какая-то доменная печь. Что-то двигатель? Откуда вообще двигатель? В замке, где рыцари? Или это кран большой? Непонятно. Ну, наверное, это плавильня все-таки. Ну, что я сюда залез? Все, прикольно, плавильня. Движок стоит, или это печка какая-то. Пацаны, двигаемся дальше. Так, мы, по-моему, пришли в тупик. Это в тупик, мы отсюда выбраться не можем, да? Ну, по крайней мере, комнату мы исследовали. Так, направо мы тоже никуда идти не можем. Ясно, только мы сюда. Идем вперед. Ё-моё, какие-то клетки. Мы хоть можем куда-то? Пила! Вон какие-то, смотри, скелеты. Бедные скелеты. Воу-воу-воу-воу. Так, давай спрячемся. Удобно спрятался, конечно. Так, там не спрятаться. На, а, это мы сверху. Я понял, где мы. Мы можем сюда пробежать? Бежим, 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 бежим. Проход вижу. Вижу какой-то проход, не знаю, куда ведет. Фух, добежал. Слушай. А, с моей команды один чувак остался. Вот он. Нету его. Убили. Представляешь, насколько здесь жесткая точка, что я один добежал из всей команды. Так, ну тут, смотри, неплохо можно повоевать. Тут вообще никого нету. Никого. Здесь можно чисто спуститься и захватить точку. Ой-ой-ой, я ж вроде бы нажал этот парашют. Так-так-так-так-так. Это что за... Вот это туннель-замок, смотри. Ничего себе, я могу посмотреть, что находится на той стороне карты. Давайте хоть карту посмотрим. Конечно, война здесь прикольная. Я смогу захватить точку и отсюда уже атаковать. Ну, прикольно, слушай. Давай, давай, давай. Вряд ли здесь кто-то появится с красной команды. Или как назло появится. Я беру один. Я, конечно, так как-то стою на открытой местности. Так, внизу какое-то ущелье, можно провалиться вниз. Сейчас сдалека раз какой-то снайпер и уработал. Берем. Потом я покажу, чтобы эту точку тоже держали. О, отлично, ничья. Нейтральная, и сейчас будет наша синяя. Слушай, ну карта бомбезна. Тут ее можно чисто карту исследовать. То есть 80 ботов подлагивает. Вот именно подлагивает там, где вот дым. Когда дымовуху кидают. Во-во-во, бежит, бежит. Он меня увидел. Смотри, шмалит по мне, да иди ты. Ой-ой-ой, я чуть не упал. Где я вишу? Я на краю стою. Вот бежит. Так, надо точку. Давай-давай поставим. Блин, пацаны, появляйтесь срочно. Появляйтесь здесь, пожалуйста. Они уже с другой стороны нападают. Да нет. О-о-о. Так, мне надо здесь респануться. Мне надо здесь респануться срочно. Я хочу дальше в замок пойти. Видели, они сразу сзади респанули, чтобы захватить эту точку. Вы видели? На, пошел отсюда. О, здесь сундуки золота. Коины, биткоины. И все такое, смотри. На, откуда ты с подвала ты вылез? Смотри, убегал, видел? Заднюю такой сдавал. Он живой. Я не понял. Лезет. Пошел гулять отсюда. Иди проветрись, чувак. Отлично. Снес воблера. Тубулар какой-то. Смотри, что это вообще за ступ... Куда ведут эти ступени? О, а, я наверх выбежал. Какая-то лестница. А, слушай. Так, я могу наверху пробежать. Какой-то алтарь. Ё-моё, это что такое? Смотри, какое-то кладбище. Или что это за штука? Статуя какого-то рыцаря. Еще статуя. Дерево какое-то крученное такое. Подозрительно. Как бы мне спрятаться? Вдруг сейчас кто-то побежит с красной команды. Где я вообще нахожусь? Ага. Не вижу, где я. Не понял, где я. Так, там идет жесткая перепалка. Перестрелочка. Слушай. Тут можно просто картой бегать и наслаждаться. Сейчас посмотрим, что мы захватили. Ага, вот какая точка наша. Эту точку берите, пацаны. А, если вы вот так, может... А, я не... Блин, да как? Вы же только что центральную держали.
Так, давайте вы вот так будете атаковать, а? Тут эти атакуют, тут здесь атакуют. Сейчас мы ее захватим. Так, а куда, куда я дальше могу бежать? Давай посмотрим карту. Это что такое? Смотри, какой-то ангел. Какой-то алтарь. Вообще опасно. Эпично. Смотри, все светится. И что я тут такое? Какой-то граль. А я могу в воду залезть? И что со мной? Ничего со мной нету. Я такой, а, чудовище какое-то вылазит. Какое-то дерево, слушай. Грибы огромные. Вот это грибочки, слушай. Такой грибочек взять вот и поджарить. Вместе с шашлычком, а? Вообще круто. А, так. Бежим дальше. Давай посмотрим дальше замок. Если честно, мне даже не сколько воевать хочется, сколько хочется. Блин, он меня стимовской скидкой завалил. 110%? Кет 10. Там точку захватили. То есть у нас одна точка, которая вообще контролирует это все. Понимаете, в чем весь прикол? Так. Тут я не знаю, как там захватили. Я же приказал ребятам держать эту точку. Как они вообще могли ее захватить? Я не совсем понимаю, как это произошло. Но это произошло, и от этого никуда не деться. Тринаши, с чего ты стреляешь, дружище? Там вроде бы защита, может их с двух сторон прикрыли, потому что там было такое открытое пространство, куда ни пойди, везде стреляют красные. Давай, пробегаем наверх. Здесь уже какие-то царские хоромы, смотри, стоят тут. О, огромные рыцари, какие люстрочки. Со свечами, слушай, ну это вообще бомбезно. О, красная дорожка. Ну да. Что тут бурлит? Ребята, там говно бурлит, смотрите, унитаз какой-то. Реально говняха бурлит, вон смотри. Мне надо и точку брать, хочу вам показать, что там бурлит. Говняшка бурлит, говняшка. А может шоколад? Вон какие-то трупики там лежат, скелетики. Головы драконов. Или, да, это драконы вроде бы, еще какие-то скелеты. Это замок. Огромный просто. Ну, карта нормальная, слушай, карта реально бомбезная. Я ставлю ей, наверное, с 5-6 баллов, потому что, ну, круто. Реально, тут вот эти все комнаты интересные. Тут можно в разных режимах повоевать. Я думаю, может, мы сюда еще и вернемся. Чё, говно бурлит? И чё? Бум-бум-бум. Или это золото, или что-то. Говняха. Я могу даже залезть на трон. О, куда я провалился, слушай. Я же могу, в принципе, куда-то вниз упасть. Не то, что говно бурлит, это смешно. Залезли на голову дракону. Ого. А я могу вниз как-то спуститься? Я потом не вылезу, да? Ну да. Так, точку мы взяли. Давай мы тоже поставим вот так вот, чтобы... А мы сейчас центральную взяли, и уже просто с этой стороны замка мы сможем их выкурить. Другую часть замка, но туда надо как-то добраться. Я даже не знаю, как туда добежать, если честно. Так. Бежим. Тут у меня снова наш суперский дробовик. Можно сейчас стимовской скидкой. Тут ступеньки такие немножко кривоватые, но все-таки каким-то образом эти бегают, наши синие. Потому что они прям вылазят на коленках. Так, кто там? Я тебя вижу, вражина. Но! Блин, сам в себя! 95%! Ну да, тут... Ребятки, если вы сами себя убили, то ничего страшного. Воблер тоже так делает. Кстати, у меня 32 кило. Неплохо. У какого-то чувака 63 кило. Я не знаю, что за читер. У вражеского воблера 52 кило. Чувак, это как ты вообще так делаешь? Так, бежим. Так, а что-то охраны никакой нету. А что из-за угла выглядываешь? На тебе. Он живой. Он споткнулся, он живой. Смотри, он живой. Снова живой. Нет, уже нет. Ну то он вообще споткнулся так. Смешно, встал и дальше продолжает. Ох, нашего прям голову сняли. Откуда по вам палят, пацаны? Сейчас воблер вас прикроет. На, по ногам. Что я, двоих сразу? На! Блин! Какой-то кросс. Ах ты, кросс. Песос. Так, давай мы... Как мы еще можем? Ну, разве что через подземелья как-то будут пробежать. Слушай, у меня есть идея.
Мы респанемся здесь, попробуем пробежать в другую часть замка и там ее рассмотреть и заодно захватить. О, не понял, ты куда полез? Завалил его. А как я вообще действовал? Подожди. По-моему, я здесь как-то бежал. Ну, по-моему, я бежал с кем-то, да? Потом направо. Сколько я помню. Снял. Ой-ой-ой, там вижу очень много юнитов. Потом налево быстро пробежать. Можно даже в припрыжку, чтобы по мне не попали. Знаете, ой-ой-ой, по мне кто-то стреляет. Ой, выжил. Вот сзади. Упал. Снял. Гад. Он мне в спину палил, но я прыгал как козел и убежал. Я видел тебя, чувак. Так, что тут у нас? Так, на ту сторону перебежать не получится. Вон дверь есть. Тут красные. Давай пробежим сюда-сюда. Бегу. Пока никто не видит, что это за туннель. Спускаюсь. Ё-моё, я не туда спустился. Что тут вообще за колбочка? Слушай, какая-то современная электроника, двигатели. Тут, знаете, как бы и древность, и что-то современное. Потому что есть уже электричество. Но если есть электричество, зачем эти свечки тогда? Ну, смотри, какие-то двигателя непонятные. Это кто-то отсюда сбежал. Какой-то монстр. Это что тут? Алкоголь делали? Это что, самогонный аппарат? Ребята, алкоголь это зло. Нельзя пить его. Это вредно для здоровья. Ладно, бежим дальше. Так. Мне показалось, что тут проход еще какой-то есть. Так. Ясно, мне показалось. Ладно. Поднимаемся наверх. Винтовая такая лестница. Так. Никого нету, чтобы пробежать быстренько. Бегу дальше. Давай, вот проход, смотри. Воу, это что за библиотека Хогвартса, а? Ничего себе, лестница такая. Смотри, глобус. Ядрить, колотить. И что, по лестнице можно полезть? Не, нельзя, я прям размечтался. Нет, нельзя полезть. Я думал, по ней можно наверх прям залезть на замок. А ну. Нет, нельзя. Так, давай дальше рассматривать, что тут у нас есть. Бежим, книги. Вообще капец. Какой громадный. Смотри, вниз идет лестница. Прикольно, если в Ravenfield можно было бы добавлять еще какие-то, знаете, не просто моды, чтобы вы не воевали, а какие-то такие монстров разных. Это было бы тоже интересно. Там зачистить какую-то карту от монстров. Либо от зомби, либо еще от чего-то, да? Мне кажется, было бы довольно интересно. Какие-то скелетроны, чтобы были. Не, ну есть тут карты, где надо там скелетов убивать. Но там чуть-чуть другая тема. Так, давай мы еще... Это нижняя часть библиотеки. Блин, тут реально всраться можно. Если бы ты ее так шел-шел, потом отсюда где-то вылезло что-то. Так, а где тут вообще точка? Я вот бегаю, а точку непонятно, где она. Так, я туда пришел. Это что за проход? Это чья-то спальня, ребята. Двух... Ярусная кровать. О, здесь стол, кто-то уроки учил. Видите, забыл свечку выключить и все. Это книжки. Ну, видно, что какой-то парнишка такой разгильдяй. Потому что тут мусорка вообще полнейшая. А, ну просто лето. Думает, зачем лето учиться. Он книжки свои разбросал. Ну, круто сделано. А, вот вижу точку захвата. Ну, посредине библиотеки точка. А что внизу, там еще что-то есть? Или я там был? Так, давай глянем, что тут у нас. Где я вообще нахожусь? А вон еще какая-то дверь есть, смотри. Я туда не заходил. Где кровать был? А вот сверху там еще какой-то он пятачок. Я туда не подходил, надо посмотреть. Чувствую, сейчас точку захвачу, сразу красные перебегут и испортят мне всю малину. Ага, тут эти наши уже не держат. Наши тут пытаются как-то... Давай. Тут респанули, сейчас вот эту будем брать. А я куда смотрю? Я смотрю непонятно. Вот где-то сверху. Да, кто уже по мне бьет? Ты чё, смотри. Ты чё сюда пришел? Тебя никто не звал. На, видели кого? Я его прям в табуретку затоптал, смотри. Забил. Сидеть здесь. Он скрутился калачиком. Как-то наверху там что-то было показано. Какая-то комната есть. Или с этой стороны комната, или... А, вот, смотри. Ничего себе, ну это какая-то комната крутая, да? Смотри, видим уже тоже книжки. Табуретка разломанная. Лавочка. Это что, мусорка?
Это бочка с алкоголем. Печка, видите? Как она, буржуйка называется, чтобы зимой не замерзнуть в замке. И тут... О, какая огромная ножка. Куриная или свиная ножка. Фух. Смотри, даже вытяжка есть. Ничего себе тут. Ну, это типа кухня. Какой-то чан. Огромный супец. А в супе, ребята, в супе глаз плавает. Смотри. Глазик, ты такой суп набираешь, и глазик такой тю-тю-тю, шевелится. Реально стрёмный замок, слушай. Хорош. Ну что могу сказать, мы в принципе неплохо повоевали, замок крутой, можно будет его попробовать еще в каком-то режиме, да. А мы с вами реально повоевали, все неплохо рассмотрели, посмотрели вроде бы все комнаты, которые можно было посмотреть. И мне кажется, что карта зачетная. А ваше мнение пишите в комментариях, стоит ли сюда еще возвращаться, побегать только в другом режиме или нет. Ну что могу сказать, ребятки, мы ролик завершаем по этой карте, а вы не забывайте, что по ссылочке внизу вы сможете перейти в плейлист, где найдете больше, чем 150 роликов по игре Ravenfield. Ты только вдумайся, 150 роликов, да ты будешь целое лето смотреть, не пересмотришь, много карт, модификаций разных оружий, приколов и всего самого интересного. И приятных тебе летних каникул. Скоро увидимся, пока.